Здорово, с вами снова я, Жека, и сегодня мы вместе с Игорем продолжаем нашу настольную игру «На что, Игорь?». Ни на что, ребята, мы вообще не азарт. Дезинформирует, он вас дезинформирует, ребята, мы это настольная игра на деньги обязательно, конечно, деньги, на много денег. А деньги, как говорится, что? Много тысяч рублей, что? Что? Денег, как говорится, много не бывает. Это правда, и лайков много не бывает, поэтому ставьте прямо сейчас лайки, если будет много тысяч, миллионов лайков, то обязательно выйдет новая серия. Солнце садится, и нам нужно начинать. У нас карта Гарри Поттера, Гермионы, которая нюхает какашки. Игорь, ты готов? Так, не готов, мне надо взять куб. А у меня почему-то, у меня куб завис, у меня черный экран в кубе. А я вот включаю куб, но вот у меня куб за... У меня нет. Я бросаю куб. Подожди, раз, я тоже два, бросаю, я кинул. Три, бум, и у меня шесть. У тебя что там? У меня тоже шесть. Что ты рассказываешь? Что ты работаешь? У тебя не 6, я вижу. А, не понял, то есть ты мне не доверяешь, да, Игорь? Хорошо, у тебя реально 6? У меня 6, смотрите. Ну, 3 плюс 3 не равно. Понятно, сейчас выпустить 6, и вы выпустите 6. Ну ладно, все, давай, ходи первый, я тебя позволяю, так же быть. 3. Ты мне не доверяешь? Давай, вот и вали. Раз, два, три. Ну и молодец, и жопу ты подотри уже, наконец. Все, я хожу. У меня 4. Раз. 2, 3, 4. Понял, да? Выкусил? Выкусил. Как бы... Сейчас подожди, будут розовые блоки впереди. Ребята, если, кстати, вы смотрели Гарри Поттера, то ставьте лайки, потому что мы тут, ну, просто Гарри Поттера построили. У меня было 3, и у меня дополнительный ход. Говно. Ну давай, кидай. Там все равно розовый блок. У меня 5, 3. Да что такое? 3. Роз. Попа подает. 3. Ты тут опасно вообще-то, мы можем... Тут очень-очень опасно, да. Я кидаю кубики. Я хоть и напомню, Игорь, что я выиграл в предыдущей серии, и я намерен тебя выиграть сегодня тоже. Да, если я звездану где-нибудь случайным образом, это ты будешь виноват. У меня синенький блок, и раз, и два, и три. Я на самом начале. Ну вот и стой там, да. Говно ты. Куда там выскакали? У меня четыре, я... Куда? Ура, два, три... 4, у меня зеленый, ну прям перед розовым, братан. Хорошо, ладно, я кидаю. У меня пять. Раз, два, три, четыре. Хопа, я тоже тут, привет, здорово. Здорово. Так, ладно. Давай. Бросаю кубышку, у меня два, я перескакиваю в фиолетовый блок. Раз, два, ну шо, давай, пацан, шо, ПВП не засал? Давай. Иди сюда! Да ты не честно, слышь, я пошел отсюда, пока, просто пока. Говно! Давай! Ну что ты там? Вот у тебя тут молния! Страшно? Давай вылазь оттуда, что там? Это ненормально, я не понял, ты тут ломаешь. Что ты тут ломаешь, ты не понял? Давай, я понял. Ты где? Ай-яй, страшно. Привет! Так, погоди, Игорь, я был, значит, тут, да? Я вот был тут. Да, хочешь спросить, как чувствуешь? Раз, два, три, четыре. Я снова в самом начале. Так и должно быть. Так, смотри, я кидаю кубик. А, ты точно кидаешь. Да, я кидаю. Так, шесть. Четыре. Раз, два, три. И как бы четыре дополнительных ходца. А мне перекидывать 6 свое или оставишь? Не знаю, как хочешь, как бы понимаешь. Конечно, перекидывай. Перекидывай! Ладно. Три тоже неплохо. Три это как половина. Да твою мать, у тебя что, опять дополнительный ход? Три. Да, прикинь, а ты хотел, что... А, я мог не перекидывать. У меня 2, но все равно меньше, чем 6. Ну да, поэтому вот так вот я все правильно. Но если было бы 6, у меня было бы все равно 3 хода вперед. Так, у меня 3. Раз, два, и у меня 3. Вот все, я тут. Я тебе хочу напомнить, что розовый блок уже у меня близко, поэтому скоро ты будешь... У меня 3. Подожди. Раз, два. Он только 3 выкидывает, походу. У меня тоже есть розовые блоки, так что не переживай. У меня, я знаю, я договорился с ними. Хорошо, я кидаю. У меня 5. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Давай, ходи. 3! Да содрал это число. 3. Ты там, я не понял, ты кубик зачитерил, что ли, или что? Только на 3, да. Хорошо, я кидаю. У меня 5. Раз, два,
три, четыре, пять. У меня дополнительный ход. У меня дополнительный ход. У меня было 5 яблок. У меня 6. Раз, 2. Подожди, сейчас прочитаюсь. Так, у меня было 2. 3, 4, 5, 6. Привет! У Гриши было 5 яблок. У Маши было 6 яблок. Сколько яблок было у Степана? 28. Было 5. Нет, было 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Говно ты. А что там? Я надеюсь, я правильно посчитал, но у меня, видимо, розовый блок. Телепортирую. Телепортирую тебя, телепортирую. Пью. Ты можешь посчитать? Ну ладно, там я, наверное, может, неправильно посчитал, но... Да, да, неважно, Игорь, если ты неправильно посчитал, ты виноват, поэтому я кидаю. Давай, давай. У меня 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3. Что это такое раз, 2, 3? И у меня, я на дополнительный ход, у меня дополнительный ход. А подожди, я все правильно, да, посчитал, подожди. 1. Да, подожди, у меня дополнительный ход. Игорь, подожди, у меня дополнительный ход. Кидаю. Падла, ну что, мне обратно? Да, у меня 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Все. Тут, кстати, боссовый блок стоит, вы не переживайте, я там просто обоссался, похоже. Раз, 2 и 3. Хорошо. А боссовый блок, если Жека наступит на желтый, это значит, что он обоссался. Если я туда наступлю, значит, я золотой парень. Все нормально. Нет, значит, он тоже обоссался. Так, я кидаю, у меня 6. У меня 6, Игорь. Раз, 2, 3, 4, 5. Твою мать, я прям перед финишем, и у меня черный блок. Yeah! Ну ладно, ходи, ходи. Ходи, ходи. У меня 1, 3 обратно. Раз, 2, 3. Получается. Да, ну, хорошо, класс, так, просто я кидаю, и у меня 4. Раз, 2, 3, 4. Ну, в принципе, это не так далеко от финиша. У тебя там нет розовых доплоков по мини? Есть, есть. Что-то их маловато, мне кажется. Да нет, нормально, Игорь. Да, у меня 6, кидаю. Раз, 2, 3, 4, 5! 6! Что? Что ты ржешь? У меня розовый! Ну ты иди ты в сраку, Игорь! Стой, ну... телепортируй меня куда-то там этот и... Твою мать, все, стой тут, на зеленом. Да. Да. Это не смешно. Это не смешно. Я кидаю. Я кидаю, у меня 3. Раз, 2, 3. У меня дополнительный ход. Дополнительный ход. Кидаю еще раз. У меня 4. Раз, 2, 3, 4. И 3 вперед. Раз, 2. Здорово, Игорь. Ой-ой-ой-ой. Противостояние. У меня 3. 3. Раз, 2, 3. Не, не дай бог, ты сейчас выкинешь что-то не то. У меня 2. А-а-а! Падла! Нет! 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 Я должен выйти! Да! Люк, ты где? Телепортируйте меня, я где-то. Подожди. Игорь, я же вот здесь застоял. Так, я вот здесь стоял, да. Да, да, да. Ты там стоишь, да? А, ты на красном же стоишь. Да, я на красном, да. А ты обратно. Так, а я раз, 2, 3, 4, 5. Да? Ну, да. Если я сейчас выкину 1, братан, мы меняемся. Да, но если я сейчас выкину больше, чем... Раз, 2, 3, 4, чем больше, чем 3, то я выиграл. Ну, давай кидай. У меня... Что у тебя там? Чёрный блок. Класс. Я манал, второй раз подряд он здесь, ну я... У меня 4 пока. Раз, 2, 3... А-а-а! Твою мать, умри! 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 Как? Хорошо, тогда раз, 2, 3, 4 и 5. А, Игорь, мы тут меняемся местами, да, по-моему, или нет? Там розовый, типа? Я не знаю, это считать или нет. Я тоже не знаю. Что делать? Не знаю. Давай на камень, нож и бумага. Давай. Давай. Раз, 2, 3. Что ты показал? Ножницы. У меня камень. Не меня. Ладно, хорошо, давай. Нет, пожалуйста, только... А, я сейчас скажу, да? Или нет? Да, ты же на красный. Ты же на красный. Так, я кидаю. У меня 6! Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Так, я сейчас, если выкиду очень много... Пожалуйста. Нет, пожалуйста. У меня 5. Раз, 2, 3, 4... Не, ну до этого я там типа выкидывал 3, но это был не мой ход, и как мы привыкли, мы перепрокидываем. Поэтому у меня выпал 5, я выиграл. Ну ура, ура, я выиграл.
Игорь, как бы понимаешь, финишно тут, понимаешь, вот финишная черта, вот. Вот, значит я... Ага, финиш тут, я его строил, так что прыгай сюда. Ой! Жека у нас козажопый пацан, он проходил. Я думал, я выживу. Так, все, я на первом месте. Ну идем по РСТ. Ну ладно, в принципе, Игорь, в прошлый раз я выиграл, в этот раз ты. Хагрид. Было прямо, смотри, ты понимаешь, в один блок разница. У нас такое первый раз, чтобы прямо вот прям была потная катка. Да, потная, потная. Я спотел. За это поставить кучу лайков, прям реально поставить кучу лайков, чтобы выпустили еще одну серию, более интересную, с новыми правилами и крутую. Куда подписывайтесь ты, попал? Куда? На Одноклассники, вот. Одноклассники, вот. Каналы там, да. Не, на канал можете не подписываться, главное Одноклассники, ставьте классы, классы ставьте обязательно. Да, вот. И Луцкий ставьте, знаете, что такое Луцкий, там вот, скидывать мемасы к нам в группу. Вот, и классы обязательно. Пока.